Ребятушки, всем привет! Приехал в Асбест. Сейчас в детский дом заеду, ребята, он сок купил. Кох, тебе спасибо огромное за вчерашний стримчанский. От души, сегодня спонсор. Спасибо огромное, ребят. Блин, побольше бы таких накалец бывало. Кох, Диляра, Дмитрий Морганов, Димасик с Белого моря. Ребятушки, вообще, в общем, много-много. Спасибо, ребята, огромное, что помогаете от души. Всем спасибо огромное от души, ребят. Благодаря вам, кто помогает, ребят, финансово, лайками, комментарии пишет даже просто. Благодаря вам живет канал, ребят. И спасибо вам огромное. Вообще от души. Сегодня, ребятушки, будет небольшой конкурс. Ну, сейчас я, ребят, детский дом скажу, унесу гостинчик. И потом расскажу, ребятушки, что сегодня хочу замутить. Я думаю, вам это понравится. Сегодня будет стримчанский. Стрим запущу, ребят, без надов, конечно. Ну, вчера накидали нормально. Кох. Спонсор стримчанского. Ему от души. Ребятушки, 5 секунд. Поставим по нем. Сочку ему несем. Ребятишечкам. Ребят, вообще, спасибо. Сока купил, ребят. Хрумки. Да не знаю, что, ребят, и покупать вообще. Даже, вот даже не знаю, ребят. Ну, я думаю, что придумал, то я купил. Ну все, ребят, это говорит, что? Ну что, помню, блядь, просто подарочек детишкам. Ой, спасибо большое. Люди, видите, уже настолько отвыкли от этого, что кто-то может. Спасибо, ребятушки, огромное вообще. Видел Коху, ребят, вообще всем спасибо. Ну, Коху тоже от души. Ребят, в общем, такой конкурс, меня, смотрите, у меня 40 бумажечек, 10 у меня, ребят, чтобы вы понимали, вот я просто по-быстрому накидаю вам, 10 у меня лимон, 10 перец, 10 лук и 10 деньги. Ребят, в общем, я мешочки там будут вытягивать они. Кто что вытянет, допустим, вытянет бумажку деньги, получит 100 рублей. Вытянет лимон, он должен будет пол лимона, там часть лимона съесть. Вытянет лук, должен лук съесть тут же. Короче, вот такая идея, немножко что-то замутил. Посмотрим, что получится, потом будем дальше продвигать там. Может, какую-нибудь такую, как она, типа как в казино, такую будем палочки крутить. Вертеть. Ребят, ну, в общем, смотрите, все увидите. Все интересно будет впереди. Думаю, понравится, ребят. Посмотрим, что это. Я иду за дяди Кати, за Вовкой Рыжим. Они уже на Фоксе должны, уже писали мне. Все, потом за Рыжим, Рыжий, у Светки. Ну, короче, ребятушки, едем. Как говорится, едем, едем, едем в далекие края. Ребят, смотрите, все будет интересно. Ребятушки, приехала дяди Кати нахуй. Смотрите, это там уже стоит. Трется вот мусорки уже паскуднее переворачивают, ребятки, богатыри какие-то стоят. Рыжик. Знаешь, говорит, гоните, гоните, как его выгонишь-то, ребят, если он сам приходит. Да никого больше гнать не буду нахуй. Что, друзья мои. Так, сейчас тети Кати. Питик передам от Принглс. Принглс. Сахалина. Тебя от души. Питик отдам ей. Где она? Тети Катя! Пакетики, ребятушки, видите, все. Ну, Степана, отвечу, она достала пакетики-то нахуй. Холодильничка нету.
Никогда понедельное лежение было. Вчера я косарик там коп перевел, я ей. Ну мне перевел, я не перевел. Ну ебаный в рот, едикать я, блядь. Хули делать? Рыжий там в пальтишке трется. Нинка уже звонит, блядь. Мы где, блядь? А, я говорю, ты где? Рядом. Я говорю, ты что, ёбан, да как ты рядом, если я в поселке, блядь? А, в 28-м доме буду. Я говорю, пизду иди туда. Ребята, кто-то пишет там, типа черного, ребята, да куда его тащить-то, блядь? Им ближе домой было идти. Говорит, что ты его не взял, как ему хуево стало, типа бросил. Катька! Ебаный, блядь. Ну, сука. Пизда, блядь, а? Королева, что, блядь. Сказал, не езди, блядь, говорю, сегодня тогда уже. Все. Что, денег перевел? Нет, блядь, мне надо там одежду кому-то передать, бульдогу, хуёву, нахуй. Рыжий бес, нет, чтобы идти сюда, блядь, он стоит там, нахуй. Ну ты чё, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Повидом, блядь! С пакетиком идет, иди, Катя. Ну, блядь, иди, Катя идет. С пакетиком. Иди, Катя, Принглсу привет передай. Спасибо. Принглс. Принглс, привет, спасибо большое. Сахалина ему. Да пристегивайся, нахуй. Катя. Ты что, не поедешь на съемки? Ты, блядь, не пьешь 2 недели, как нахуй, блядь, ехать? Сука. Пиво, Катя, не... А, ребяшки, там чуваки, блядь, что-то ищут, нахуй. Что-то, блядь. Сосед, нахуй. Подрыли, нахуй. Паскуди. Ну, вывезло, блядь, ваше, блядь. В пальте. Конь в пальто, нахуй. Что, синяков? Сигналом под глаз. Че, сука? Сказала, блядь, не снимай, бомжей, пизды получишь, нахуй. Получил, нахуй. Здорово, блядь. Ребят, что, где, блядь, заработал-то? Кого заработал? Синяк. Пусть не лезут. Да, подрались она. Их было 10, нахуй, а я один, да? Да, мы бились, пока не сравнялись, нахуй. Мы бы дали им еще, если бы не загнали. Все, ребят. Друг друга получили, поевал. Ну, я вижу, только друга-то не вижу, только тебя вижу, блядь. Друг друга, блядь. Нахуй. Боец, ребятушки, блядь, насмотрится на бульдога. Все, блядь, такое же. У тебя же, блядь, левый коронный, правый похоронный, блядь. Ты, наверное, убил его, блядь. Вот я его, блядь. Убийцы, блядь. Вот так вот, рыжик, да уебался. А что, пьяный, что ли, был ты? Да нет. Нет, блядь. Ладно, ребят, едем сейчас. Куда мы едем сейчас? А, ну едем, ребят, в общем, едем нахуй. За Светкой с Рыжиком нахуй. Смотрите, у бульдога ебаша, бульдог-то уже здесь, да. Компания, компанчик. Рыжик, блядь. А Нилька-то с черным деблом. А, они должны бульдогу пойти нахуй. Ну давай, бегом, ебаный, залазь нахуй. Бульдог такой, как не родной, блядь. Они уже похожи. Залазь, ебан. Они уже похожи опять. Ебан. Ну что, давай, блядь. Вовку Рыжего на шишку нахуй. Ну, да. Бульдога под... А тебе чего бульдог не у тебя, блядь? А? Бульдог! Давай, давай, Катька! Ой, Катька, блядь, всех набрал, все, короче, едет. Давай быстрее, блядь, быстрее, там машина едет. Бульдог, быстрее, ёпта, где? Сзади, блядь. Я телефон. О, проехал, ёпта. А чё ты, блядь, не у себя-то дома? Сетка, чё бульдог-то не у себя, нахуй? Бульдог, чё не у себя-то? Да, бля, заебал, бульдог, давай быстрее, что выпади. Бульдог, ты почему не у себя-то, я не понял? Хуйна, бля, почему не у тебя, бля, заебал? Мы вообще не знали, какой день недели. Вышли у людей, спросили у соседей. Я убьете, блядь. Но... Бля. Мы сказали, суббота. Самый счастливый день в вашей жизни сегодня. Это суббота, блядь. Когда пучеглазый приезжает, блядь. Бухло приводит, деньги дает, нахуй. Вы должны, блядь, его знать, блядь. В календаре подчеркнуть красным, нахуй. Праздничный день, блядь. Там два пацана какие-то стояли в подъезде. Чё говорят? Ну вот мы у них день недели. Блядь, Таня, ну ты прекращай, ты уже пить-то уже, блядь, ёб твою мать. Блин, мы с часу ночи пили. Ты же, блядь, летом собиралась куда-то на работу, у Паши спрашивал квартиру снять, блядь. Так, я снимаю. Вот. Я и бульдогу снял квартиру, он говорит, Паха, сними, месяц заплатишь, а потом я буду работать. Все. Работает бульдог, нахуй. Над собой, нахуй. Да, бульдог, я тебя не слышу, там из Танькиной жопы орёшь, что ли, блядь. Сейчас приедем, расскажешь, нахуй, как ты работу устроился. Да, нет, я тебе сходите сюда. Он сказал, приходите, нам рабочий каждый раз. Бульдог, блядь, я не слышу тебя, ёб твою мать. Через неделю, блядь. Нахуй ты орёшь, что, блядь, там Таньке жопу щекочешь, блядь. Танька, перни ему, нахуй, в лицо, или обоссы его, как ты хотела, чтобы он молчал, нахуй. На работу, нет, блядь. Это ты... знаешь, на какую работу? Вовка, помнишь, ты снег-то помогал убирать в церкви? В церкви? Ага. Батюшка, что ли, там? Ну, Сергей, на К как-то фамилия. А ты что, Рыжий, у тебя башка-то не болит, нет? Да нет. В тот раз тебе машина по голове не проехала, ебать, тебя сетка толкнула.
Светка, ты нахуй рыжего толкаешь, бля, убийца ебаная. А толкнул, блядь, рыжего, ровно секунда бы, даже доля секунды, и тебе голову, блядь, раздавили бы нахуй. Ну все, давай по одному выходим, нахуй. Что мы геологи, нахуй? Да? Там дома бардак, это хохол. Сука, как... Синеглазка, блядь. Нету, есть такого стрима. Нет, на самом деле. Я не могу открыть. Ну что, пиздец, вас, блядь? Не можешь открыть. Я хуею, блядь. Рыжий, ты где? Где синий? Синеглазый, блядь. Сетка, салатовые штаны. Сильнее к двери хлопай, блядь. Молодец, Ровка, блядь, научился. Ну стойте, обнимаются уже, блядь. Хлоп, что ли? Бульдог, ты куда побежал-то, блядь? Охуеть, блядь. Давай, иди, прибирайся, пока мы идем. Иди. Что там прибираться? Ну? А где, блядь, Динка-то? Она в черную должна прийти. Так. Блядь, иди, Катя. Ладно, продукты потом. Так, бульдог. Хлебушка. Рыжий, светлый, я вам потом дам продукты. Так, это вам... Бульдог, сосиски, это курица, сейчас поедим, это вам уже отпустки нету. Покажи. Бульдог, подходи по одному нахуй. Да не тебе, блядь, а вам, блядь. Да пакет открывай, ёпту, блядь, повороты, блядь. Чё, блядь, тормозишь нахуй? Тормоз, блядь. Подожди. О, нихуя мы нас встречаем. Подожди. Бульдог, ещё нажрётесь, как синий, блядь, хоть нахуй. Всё, Бульдог. Так, вот это держи, это у нас будет конкурс, не потеряй, блядь. Так, иди, Катя. Иди, Катя, блядь, тебя спаиваю, нахуй. Не, нельзя, нахуй. Так, тетя Нини. Да, всем нахуй. Она придет, может, сука. Хотя, хуй. Придет, тебе достанется. Да. Но. Молодец. Светка, потом спуститесь, я там. Все, давай, пошли, по одному. Нахуй, Танюша, блядь. Танюша, блядь, ну. Опа, нихуя, нахуй. Это тетя Оля, блядь. Бульдог, у тебя что ли играет? У тебя играет, что ли? Нихуя, блядь. Сетка от рыжего не отпускается. Рыжий, что, всю неделю живу, Сетка? Всю неделю все-таки живу. Бля, сколько вас, нахуй? Сетка... Все, рыжий бросил сетку. Сегодня у рыжего работа, нахуй. Буду прибираться, вальжал, надо. Сука, на хохла списали, блядь. Сейчас давай пройду, ты, блядь, я хуй не ждешь. О, куда ты? Ты сейчас там посмотришь все, блядь. Бумажки. Не знаю, у нас дома чисто. У вас дома чисто? Бомбалюки, что ли? Светочка, а Наташка, ты не выгнали хоть? Чего она у нас дома? Она как старшая жена, да? Бульдог из пакета ничего не доставай там. Ты хоть ее топчешь, что это? А? Светку могу. Рыжий, подскуди. Трас чуть упал, чуть боску не раздавили ему машину. Пошел деду столько, ну. Сейчас посмотрим, посмотрим, как хохол тут. Вот ебаный хохол, а. Убью его нахуй. Дедушка. Старый дед. Сидим? Нет. Нинка. А что, женщины нету ей, Бульдог? Кто нет? Заебали стучат. Куда заебались? А где Бульдог? Нет, не его. Неделю гулять. Не живет, что ли, здесь? Сюда пришли. Не надо. Ходит он сюда. Не ходит? Ну, пошлите. Пошли. Че, блядь, ты че, не умер хоть? Нет, а че умру? А че, что, блядь, не умер ведь раз чуть? Нет. Тогда он просто притворялся. Не ел же. Я трое суток не ел, нахуй, не протихуел. Ну, пошли, сейчас, пожалуйста, он привез. Минка, потом спустись там с дедом. Дед, спустись, по-моему, продукты дам там. Пошлите. Давай. Быстрее, мы в машине. Ебаный, работал, нахуй, тебе бабки не достал, нахуй. Кто? Сука, помогал ей, нахуй. Кому, нет? Я думал, я думал, что, мы здесь работали, кажут. У меня позиция, я думал, что у меня позиция. Стоял там, блядь, на улице ждал, мог бы прибраться, нахуй. Да, блядь. Сейчас скажешь, говори. Порвал, блядь, говори.
Я его увезти. Лечить нахуй меня будешь. Да? Почему? Из-за своих баков нахуй. Спирт и ноги мазать нахуй. Почему из-за моих баков? Потому что спину надорвал. Я поясница болит. А я там не работаю, у меня нет. Нет, нет, ты нахуй шапку надел. Нет, ты нахуй шапку надел. Давай сидеть, подумай, блядь. Он на улице. Я уже полтора года как не работаю. Ну что, когда работаю, почер. Я думаю, что у меня поясница? А, блядь, нихуя ты. Чё? Дед, Черныш, ты чё, мы думали, помер ты, блядь? Да сейчас, нахуй, дождёшься. Так, снимай, он тебе дикать тебе, блядь, кто тут чего подгонит? Прийти-то, блядь, не судьба была, куда? А? Ну, вон, хохлятина, ебаная, чё он сделал, сколько, нахуй? Алкаш пьяный, блядь. Хохлятина. Ну, где, блядь, обалдели, обалдели. Угу. А у нас к нам, как возможно, мы даже не знали, какой день недели, мы проснулись, даже не знаем, какой день недели, нахуй. Ну что, ну, я думал, с парни сегодня на свиданах. А блядь, Анкада отдохнул. Бурдор, блядь, поскольку тебе 500 рублей передал, знаешь что? Я ушел. Скажи, Коху спасибо огромное. Коку? Кок, скажи. Кокс? Кок, блядь, кокс, блядь. Кок! Кок, блядь, дебил, блядь, кок! 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 Куко, блядь, куко, блядь. Привет большое. Спасибо огромное. От нас, от всех, от нашей всей компании. А тебе, блядь, передал, от всей компании. Это Нинка, блядь. Передал. Я от всех передал. Алексу Бувалову, привет. Алексу Бувалову, большой-большой привет. И поцелуй. Вов, Крыш, ты что поглядал, чтобы денег даю, блядь? Заглядывай на сумку, блядь. А? Дедушка, Коху спасибо скажи. Кого? Кого, блядь? Коху, блядь, кого, блядь? Коху спасибо. Коху спасибо. Блядь, я. Рыжий, переживаю, что я в совет класс не обделю ведь нахуй. Че, сетки дать или тебе дать? А? Сетки дать тебе? С вами с Рыжим. Че надо сказать-то? Да я здесь, блядь, спасибо, блядь, смотри. Не, Лина, нормально. Охренительно, нахуй. Кухе, спасибо. Ребятушки, Татьянку не обижу, нахуй, Танюшка. А я где? Я тут. На тебе, а то люди пишут, что Танюшка не взял раз. Ну все, давай, садимся, блядь. Нинка, садись на палочку, блядь. На жердочку. Вон на коломбу, нахуй. Вон на коломбу. Ёб твать. Опа, бульдогу, подгончик. И рубашки тут надо. О! Да. Чё вам сказать-то, блядь? Кому привет? Кому, блядь? Тиди-кати, блядь. Катюха, тебе большое спасибо. Давай. Я рад. Девушка, нихуя сразу глупил полпузыря, нахуй. Да снимите шапку, ты замёрзнешь, нахуй. Дай, Катя. Катюхи, дай бог ей любви. Счастье тебе на жизнь. А главное, блядь, ты еще обещаешь, блядь, любовь-то, блядь. Давно бы напоил, блядь, полюбил бы ее, нахуй. Мужем-то, что? Я всем называю. Главное здоровье, нахуй. Ты Артему-то не звонил? Всем. Он сказал, что ты позвонил. Да хочу, как позвонить? Куда? Я сигарет еще не взял, что, ёб твою мать, сигарет там. Ну-ка. В багажнике там 5 пачек сигарет, блядь. Да я понял, хули ты, блядь. Что пизданёшь, блядь? 3 пачки возьми, 2 оставь, понял? Но. Давай, багажник закроешь. Рыжий. Давай. Там 5 пачек, блядь, 3 пачки возьми. Не надо. Всё, блядь, сейчас сядем. Только, блядь, правда, света нету, нахуй. Чё дверь не закрываешь, блядь? Чинуешь, блядь? А я почему тут, нахуй? Петя твой не, нахуй, еб твой. Нож, дай! Ножик вон там. Кого рейс собрался, дед? Давайте пока не напились. Танька, слушай, блядь, да слушай, блядь, меня, я заебался с этим, ты чё, блядь, ого, нихуя себе, блядь, чё, ну-ка, бульдогу, еби быстро, нахуй. Беру огурцы нормальные были, да? Чё, видишь? Огурцы беру, чё, нормальные были, да? Нормальные никак огурцы? Не знаю. Как не знаю, съели, блядь, не знаю. Я не ела. Чёрные, блядь, нормальные. Нормальные огурцы, нахуй. А вот здесь что? Нету курить, блядь. Это, мало. Здесь это дедушка, постелу надо здесь. Смотрите, слушайте внимательно. Хотите еще по сотке просто заработать? Да, просто так. Вот смотрите, вот у меня конкурс, смотрите.